естественно, я обратил внимание на поисковую выдачу, которая показалась в Гугле, и Art Lemon оказался на первой странице. Друзья посоветовали как хороших людей, толковых профессионалов. Как мне показалось, что конкурентов много, а вот Art Lemon — это что-то такое особенное среди всего прочего. Я выбрал Art Lemon, потому что мне понравилась профессиональная команда, их подход, как они провели первичные переговоры. У нас были общие знакомые, которые давали тоже хорошие положительные рекомендации об этой компании, и потом было принято решение в Art Lemon передать наше самое ценное – это наш сайт. Выбирали долго, узнавали всякие необходимые нюансы. Больше всего нам понравились условия у Art Lemon. С этой компанией мы уже сотрудничаем 2 года. И не было ни одного случая, чтобы были какие-то инциденты с ними. Поэтому Art Lemon вперед. Впечатления самые, что ни на есть, приятные. Мы сблизились с ребятами, общались уже в скайпе, в электронной почте, уже по-простому, как свои. Мы в своей фирме называли ребят лимонами, уже просто так, по-свойски. Очень простое общение, они очень быстро выполняют наши просьбы, если там необходимо внести какие-то изменения, что в принципе довольно-таки часто происходит, на сайте надо менять информацию, и они быстро реагируют. Понравилась их профессиональная команда, подход к делу, скорость внедрения и, конечно же, результат, который мы получили после того, как сделали себе сайт. Слаженная работа, очень видно между отделами, налажена связь, коммуникации, это очень сильно заметно, так как были опыт работы с другими компаниями, и в принципе, как руководитель, понимаю, что такое слаженная работа. Комфортные, ребята отзывчивые, любые просьбы по телефону, либо при личной встрече, не вопрос. Я бы хотел пожелать компании Art Lemon развиваться в том же духе. Финансового благополучия, прибыли. Да, прибыль связана с новыми клиентами, поэтому желаю новых качественных клиентов. Многогранного развития, выхода на новые рынки, новых хороших клиентов крупных. Ну и достигать высот уровня Гугла и выше.